Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Бластер и Напалм. Ну что, поздоровайся с нашими дорогими друзьями. Всем привет. Да, так коротко и ясно. Сегодня такой замечательный день, такой день по кайфу. Я позанимался, потренировался. На улице такая шикарная погода, тепло, снега нет. Правда, скользко. Значит, кушаем такие крекеры. У нас крекеры с льняными семечками. И пьем квас. Пьем квасок. Блин. Вот квас редко, но метко. Ну, заходит, заходит. Классная тема. Еще надо качество найти. Столько на рынке сейчас. Приходишь в магазин. Прилавки ломятся. Вот что есть, то есть. Но, блин, нечего купить, честно говоря. Читаешь там ЕБЦ, блядь, и все. Короче, можно быть как мумия.